Вас приглашает фирменный поезд «Латвия», его начальник, лауреат Государственной премии СССР Роман Вячеславович Шкультецкий. В вагоне уже ждут вашего прихода. Встречают с улыбкой. Добрый вечер, уважаемые пассажиры. Спасибо вам за то, что вы избрали вашу поездку в нашем фирменном поезде «Латвия». Прослушайте объявление. Вас обслуживает Комсомольско-молодежная, бригада имени 17-го съезда ВЛКСМ, вагонного депо «Рига Пассажирская», начальник поезда Шкультецкий. Уважаемые пассажиры, к вашим услугам будут предложены свежие газеты, журналы, политическая художественная литература, медикаменты, прохладительные напитки. Кажется, чего же тут необычного? Просто вам вовремя принесли чай. Как дома, горячий и хорошо заварен. Библиотека, салон красоты, детский уголок. И все это устроено по инициативе членов экипажа. Вскоре откроется в поезде и видеосалон. Как приятно удивляют нас эти такие нужные в дороге услуги. А ведь так должно быть во всех поездах. Поездка – это же часть нашей жизни, наш быт. Что я должен сказать? На транспорте много сделано, много делается, но нам еще предстоит и много сделать. Сейчас на производстве введена государственная приемка. У нас эта приемка уже давно существует. У нас самый главный ревизор – это пассажир. И вот пассажир, который дает нам оценку в нашей работе по культуре обслуживания пассажиров, безопасности движения поездов, вот это наша работа, вот наш контролер, наш ревизор. И мы стараемся сделать все, чтобы пассажир у нас приезжал в наших поездах с хорошим настроением и, покидая наш поезд, говорил нам спасибо и дарил нам улыбку. Скоро Новый год. В родной Риге уже готовятся к его встрече. Вечером Рига, утром Москва. Вечером Москва, утром Рига. Такая уж у них работа. И снова в путь. А Новый год все ближе. И если вам придется встретить его в дороге, в этом поезде, его экипаж сделает все, чтобы у вас было праздничное новогоднее настроение.